Так, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Александр. И сегодня у меня на обзоре самая главная моя покупка на AliExpress. Самая дорогая — это стабилизатор для смартфона DJI Osmo Mobile 4. Вот так он выглядит. Вот его коробка. Она вся помятая, конечно, уже. Ну, потому что я уже давно пользовался, даже не смог закрыть сейчас. Не знаю, как они там ее закрыли. Как-то она была там упакована. Пришлось все вот в таком пакете. Пакет изнутри. Тоже с пупырчатой пленкой вот такой. И я заказал себе полный комплект со всеми прибамбасами. Их там несколько на выбор. Долго я подбирал этого продавца, смотрел все комментарии, отзывы. И вот нашел самый такой, где больше всего покупок и больше всего хороших отзывов. Посылка шла примерно дней 20. Нужно поточнее посмотреть, я сейчас уже не помню, это надо в компьютер лезть. Вот такая вот штучка. Пока приходится без стабилизации снимать, потому что я телефон держу в руках. И неудобно одной рукой раскрывать все. Ну и сами вы видите, да, если вы смотрели мои предыдущие ролики, какая разница в качестве съемки. Вот я немножечко передвигаюсь, и все изображение дрожит. Хотя у меня руки-то не трясутся сильно. Вот. Но все равно у этого телефона, вон он, кстати, жалею, что купил его. Если кому-то нужна стабилизация в телефоне, вот такой даже не думайте брать Samsung A31. Потому что стабилизации, вы сами видите, один из немногих смартфонов у Samsung'ов, где нет стабилизации в принципе. То есть, где-то есть она небольшая, где-то хорошая, где-то плохая. А здесь она не предусмотрена вообще. Поэтому ошибся я, когда его покупал. И, ну ладно, что уж теперь. Зато теперь у меня есть вот эта штука. Вот эта подставочка к ней тоже в этой коробке была. И мой комплект, как я уже говорил, расширенный. Есть еще вот такая штука. Сейчас я тоже покажу, что это. Очень удобно. Я не пожалел, что я взял с этой штукой комплект. И тоже, если кто-то вдруг будет брать, решит себе, советую вот с этой штукой. Для чего нужен вот этот стабилизатор? Во-первых, чтобы изображение нормально было, не дрожало. Даже если стабилизация у телефона более-менее нормальная, все равно эта штука очень-очень удобная. Посмотрите обзоры у профессиональных обзорщиков. Есть на YouTube много видео. Я не из их числа, к сожалению. Поэтому у меня в основном только распаковка. И я покажу, где именно я купил этот стабилизатор на AliExpress. Если кто-то хочет именно сэкономить денег, не покупать в магазине по дорогой цене за 18, за 20 тысяч сейчас они стоят. Я купил за 12,5 тысяч стабилизатор. Ну и вот, собственно, что внутри. Шикарная просто сумка. Качество. Очень такой гладенький, приятный на ощупь. И сейчас я еще одну штуку покажу. Вот эти все штуки. Они металлические. Я думаю, уже слышно, да? Вот эти защелки и сами ушки, куда они цепляются. Они сделаны из металла. Очень прочные. Ну ладно, потом прицеплю. Здесь есть разное дело. Вот тут скрытый отдельчик. Можно и покупать, чтобы сэкономить. Вообще там есть дешевый вариант. По-моему, за 11, что ли, вообще тысяч, или даже еще меньше. Я уже точно не помню. Без всего просто. Стабилизатор вот такой коробки и все. Без сумки. Но очень много отзывов, то что заказывают самый дешевый вариант, а им приезжает вот такой же комплект, как у меня, дорогой, вместе с этой палкой. Ну, это уже зависит от продавца, насколько у него настроение хорошее, насколько он добрый. Бывает, подарочки делают так людям. Ну, для того, чтобы, разумеется, покупали у них. Иногда подарки делают. Но не всегда. Я на всякий случай не стал рисковать. Заказал полный набор. Так, ну, для начала здесь коробочка такая. Здесь, разумеется, всякие бумажки на разных языках. Это, я думаю, вам не интересно. Потом посмотрите трафарет. Попозже я тоже покажу, для чего он. Специальное окошечко для этой штуки есть. Эти я уже все повытаскивал. Все было упаковано. Тренога обалденная. Логотипом, разумеется. Прорезиненные вот эти ножки здесь. И она очень хорошо стоит, не ездит. Стол грязный, не обращайте внимания, это воск. Дети в том году свечкой залили, надо будет отмыть. Ну и вот он, сам стабилизатор. Очень компактненький, вот в руке умещается. Отличная вещь. Вот так просто раскрывается. И прикручивается на вот этот штатив.
Ну, даже одной рукой получилось это сделать. Вот, все. Вот такая штучка классная. Ну, разумеется, провода. USB и Type-C. Вот эта магнитная штучка. Здесь прорезиненное все, чтобы не поцарапать смартфон. Боковые эти штучки тоже резиновые. Ну, чтобы не навредить экрану, разумеется. Вот такой классный чехол для него. Качество просто отличное. Все сшито без всяких косячков. Здесь еще отдельчик есть. Здесь на магнитные эти клепочки закрываются. Шикарная сумка. Я уже брал ее с собой в лес. Посмотрите видеоролик, у меня уже есть на канале. Он называется «Есть ли грибы?». Я ходил на разведочку в лес за грибами и вот как раз брал эту сумку. Здесь вот такая штука, крепление. Я, честно говоря, не знаю для чего. Возможно, вот здесь дырочка есть как раз. Сюда вставлять. Закручивать и с той стороны вставлять стабилизатор, чтобы он не выпал отсюда и держался. Но это тоже подставочка. На резиновых ножках. 4 ножки резиновые. Дальше такие грузики. 2 штучки по 32 грамма. Я так понимаю, они вот сюда вкручиваются. Это если у вас перевес идет. Какой-нибудь смартфон очень большой, неудобный. И перевес идет, можно накрутить грузик. И будет именно вот эта стабилизация получше. Но у меня нормально. В основном все говорят, что всем подходит так. Никто не пользуется этими грузиками. И дальше вот такая штучка. Ну, это обычный поп-сокет. Я думаю, все знают. С кольцом. Срывается эта наклеечка. И на телефон приклеивается. И все, он уже никуда не денется. И можно уже вешать вот сюда. Так просто не оторвать. Вот одной рукой не получается. Только двумя руками смог оторвать. И вот, как я говорил, для чего нужен трафаретик. Здесь нарисованы размеры телефонов. Вот так можно выложить. И по этому размеру вверх-вниз. Куда правильно клеить эту штуку, чтобы центр был. Ну, думаю, в общем, с этим понятно. Здесь дополнительные какие-то наклеечки всякие. Ну, это, наверное, вот сюда. Такая резиновая штука. А, это, ребят, уже вот дополнительно. Если вдруг это когда-нибудь отклеится, штука. Есть запасная. Ну, много всего так. Так вот, главная фишка в чем? Здесь есть такая точечка нарисованная вот здесь. И здесь вот точно такая же белая точечка. И вот этими двумя точечками. Раз. И все. Ну, он сам, в принципе, выкручивает как надо. На всякий случай только проверять. Вот две точки. Сошлись. Белые. Значит, все правильно. По разным режимам это тоже уже в обзорчиках можете посмотреть. Где у нас тут камера? Вот. Ну и в общем, вот так он работает. То есть плавно стабилизирует картинку, чтобы она не качалась. Ну, я думаю, вы понимаете, да, весь смысл. Здесь джойстик очень удобный, можно вверх. Вот вверх поворачивается. Вниз. Ну, влево-вправо. Он никуда не денется, телефон. То есть, вот смотрите. Если его трясти, магнитик никак не отклеивается. Вот видите. Ну, если, конечно, он у вас из рук выпадет, стабилизатор этот, на землю, да, на пол, то, конечно, эта штука отвалится. Или вы в машине на большой скорости будете ехать, и порывом ветра, возможно, конечно, и оторвет его. Ну, а так, спокойно ходите по улице, вот, снимайте, как вам надо. Шикарная просто вещь. И у нее куча-куча функций. Посмотрите обязательно видео обзорщиков. Так вот, к чему я говорю, почему даже не блогерам можно такое приобретать вполне смело. Для обычных своих домашних съемок, если вы записываете там семью, родственников, да, день рождения, какие-то праздники, свадьбы, очень хорошо эта штука запишет и будет качественное видео, не вот это вот, которое вот так все видео, когда особенно вы танцуете, да, вот так будет, или идете куда-то, знаете, да, видели в интернете наверняка, кто-нибудь куда-нибудь идет, и у него вот так вот, как будто он прям с будунища жесткого, вот, и вы можете снимать, можно всякие разные штуки, трюки проделать, вот так, например, наклонили его, и идете где-нибудь проводочку вот такую снимаете, раз там вверх, аккуратненько. Ну, в общем, все вот эти фишки, это уже
отдельная тема. Дальше. Вот эта штука. Почему я взял именно с ней? Потому что, ну, во-первых, здесь тоже отверстие есть. И здесь штифт. Вот этот треногу я открутил и прикрутил к палке. И он стал намного выше саму палку уже к стабилизатору. Во-первых, можно идти вот так и снимать себя гораздо выше. Гораздо дальше, если вы селфи снимаете или видео какое-нибудь. В нужную сторону направили. Очень удобно. И здесь еще одна фишка есть. Он вот так чуть поворачивается и вытаскивается одной рукой. Или сделаю. А вот сделаю. Нет. Вот смотрите, как он выдвигается, этот монопод. У него три колена. И получается вот такая высокая штука. Она, конечно, не в мой рост. Сейчас я покажу. Вот, она выше стола. И, разумеется, наклонив немножечко джойстик. Вот так. Можно отходить, ну, на ту сторону. И снимать себя, записывать. То есть это полноценный штатив, на который можно устанавливать. И думаю, вы знаете, да, такую функцию, когда вот так жестом делаешь, и он распознает этот жест, и начинает сам вот так, вы с той стороны ходите, туда-сюда, а он вот так за вами наблюдает вверх-вниз. Ну, это из обзора вы тоже увидите. Классная штука, я очень доволен. Я теперь все видео только на нем снимаю. Ну, в общем, если кто-то хочет сэкономить и купить не в магазине, а на Алиэкспресс, то я оставлю ссылочку, разумеется, под этим видео. Ну что, протестируем в лесу. Я поеду на велосипеде. Потом как-нибудь выложу обзор на него. Попозже. Вот так будет без стабилизации сейчас. Ну, а потом, разумеется, с стабилизатором. Ну, поехали. Стараюсь держать максимально ровно. Дорога, видите, какая. Кочечки. Вон какие колдобины есть. Очень много. Максимально расслабил руку, чтобы она чуть-чуть хоть отрабатывала как стабилизатор. Но все равно. На таких кочках, на таких дорогах. Если по ровному асфальту ездить, конечно, получше будет, поровнее. Но... Ну, вот так было без стабилизатора. А сейчас я включу стабилизатор. Он у меня вот здесь в сумочке со мной катается. Очень удобная сумочка. И если вдруг дождик пойдет, там сейчас гром гремит, то он не намокнет. Можно будет туда и телефон закинуть, если что. Итак, вот я установил телефон на стабилизатор. Ну, поехали тестировать так. Здесь дорога ничем, даже, по-моему, здесь похуже. Идут ямки всякие, выбоины. И я думаю, качество, ну, 100% я не думаю. Я знаю, что качество лучше. Гораздо, у меня нет времени особо смотреть на телефон. Так иногда поглядываю, но вижу, что намного лучше качество. Единственное, что, знаете, что я сделать забыл, это взять с собой микрофончик с ветрозащитой. И для вас сейчас, наверное, сильно задувает ветер, да? Ну, если так, ну да, скорее всего, так и будет. Извиняюсь за этот шум ветра. Что-то у меня из головы вылетело, надо было взять с собой микрофон. В следующий раз обязательно это сделаю. Вот, потому что я аж прям подпрыгиваю на этих кочках. Смотрите, какая дорога. Дальше уже там соседняя СНТ начинается. Туда я не поеду. Вот такие ямы. И по бокам лес. Вообще классно здесь кататься. Попробуем поехать сейчас. Побыстрее скорость развить. Довольно-таки быструю, чтобы... Вообще прям стресс-тест устроить стабилизатору.
вот, не знаю, сейчас видно было или нет, но, наверное, здесь не очень. Я сейчас прыгал, как, знаете, на КамАЗе люди ездят. И у них кресло мягкое, вот это, и вот водитель сам на этом кресле вот так скачет. Вот я точно так же ехал, сейчас скакал на этих кочках, а на камере не особо это заметно было. В общем, на мой взгляд, вещь супер шикарная и стоит того. Кто хоть как-то любит снимать природу, своих детей, друзей, даже не обязательно для этого становиться блогером, чтобы иметь такой стабилизатор, если у вас на телефоне он плохой. А если на телефоне есть хороший стабилизатор, то с этим будет вдвойне лучше, разумеется. Единственное, говорят, по-моему, у последнего айфона какие-то с ним, с этим приложением DJI Mimo, который немножко, ну, не так настроено. Но вроде как исправили это все дело, потому что телефон новый был, не успели вовремя подстроиться. Поэтому все, кто хочет снимать, советую такую вещь приобретать либо в магазине, либо на Алиэкспресс. Это уже решайте сами, кто чему больше доверяет. Кто-то хочет сэкономить и купить на Алиэкспресс, кто-то не доверяет Алиэкспрессу. Но это уже дело лично каждого. Я купил именно на Алиэкспрессе. И все пришло в шикарном состоянии. Ладно, поеду домой. Кому обзор понравился, пишите обязательно комментарии. Также ставьте лайки. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. И всем пока.